They do. Серьезно? Сочи? Соча? Чах. Хоть писал, что со мной есть или нет? Нет? Все. Это и поделилась. Танцуй давай. Танцуй пока. Ну, ладно. Ну что дальше? Что покажем людям. О, это не Сочи. Меня покажи тут. О, Дашенька моя. Какая-то лохматая. Лохматая опять Дашенька. Красивая. Очень красивая Дашенька. Смотрите, вот здесь гранаты растут. А вон там виноград. Какие-то хачки ездят быстро. А там виноград растет, да. Лазаревская. Поедешь страшно? Что там делать в Лазаревской? Район Адлерский. Честно скажу, в Адлеровском районе делать нечего. Тут тухляк. Тухляк. Тухлячок. Так. Мне просто неудобно мне нести. Вот банка. Далее. Вот так вот. Квасок тут продают. Везде квасок. Здесь одни тетки, блин, старые, толстые. Они хачи. Это место старых толстых теток. Арбузы по тридцатке хотите, астраханских. Вкусно. Наводнений не было, спрашиваю. А мы в Турции. Сочи салон. Сочи нет, два двери сам. Сочи прикольно, мы были. Сочи. Вчера были, ездили туда. На электричке. Очень приятно. Воняет мусоркой. Потому что она есть впереди. Дашенька, осторожно. Ну давай, скажи что-нибудь. Я жирная. Ты жирная? Жирные и бледные, потому что мы не загораем. Почему мы не загораем? Когда Сережа много работает. Хочешь трубочку со сгущенкой? Хочу. Да? Да. Пойдем купим. Пойдем. Пойдем купим трубу. Вот такую. Здрасте. Здравствуйте. Можно купить нам две трубочки со сгущенкой? Я хочу посмотреть пакетик на себя. Они ничего не пишут теперь. Гашан в Европе, наверное. Нет, Гашан в Москве. Мы с ним виделись. Когда сушится, Сереж? В ноябре. Сейчас скоро начнем. Скоро начнем сушиться. Приедем. Сколько мне еще помню? 8. Кто-то пишет, что мы долбоебы. Привет. Камера у меня твоя. Спасибо. Хорошо. Что за район? Сереж, что за район? Адлеровский район. Адлеровский район. Спасибо. Дашенька, вот твоя трубочка со сгущенкой. Даша кушает трубочку со сгущенкой. А, тоже такая. И нет. И нет сгущенки. У меня есть. Смотрите, какая обмануха. С краю на много сгущенки. Ну, пустота. Пустота, нет сгущенки. Обманули.
Обманули на 40 рублей. В Сочи в парк сходить. Да, пойдем в парк. Как не зайдем в перископ, они все время жрут. Может, нам надо сумку купить? На лёгко. Смотрите, там пусто. Пустота. Не надо брать, да, Дашенька? Ну, много взять, каких-то, да? Или взять таких штук. Ну, потом намотать бочонку отдельно. Я перерумянилась, походу, смотри. Приехали отдыхать на неделю. А я когда не был в Сочи, мне хотелось съездить в Сочи. Но на самом деле надо было ехать в Таиланд. Или в Италию, а? Или в Италию. Да, тут. Здесь жилье стоит дороже, чем в Таиланде. В этом Адлере. Скажи, что мы несколько раз думали. Ну, я думаю. Чего ты? Чего ты, моя кисуля? Здорово, Крым. Короче, пойдем покупаемся. Может быть, выйдем, покажем вам Гальку и море, если хотите. Ну и все. Привет всем, у кого там хреновая погода.